Нет. Нет! Чуть-чуть. Нет. Женщина, отвали от него! Все, я их забанил. Пускай они свои вот эти ролевые игры идут в другом месте и играют. Вам не надоели устаревшие лаунчеры для Майнкрафта с сомнительной репутацией? Мне надоели. Так что предлагаю попробовать тебе новый лаунчер под названием K-Launcher. Отличительная черта лаунчера — это бесплатные HD, скины и плащи, современный дизайн сайта и лаунчера, система уровней и достижений, за которую вы будете получать денежное вознаграждение. Для любителей модов в лаунчере есть более 100 тысяч различных дополнений. Переходи на K-Launcher со своего старенького лаунчера прямо сейчас и получай бонус при регистрации по промокоду KL2023. Ссылка на K-Launcher будет в описании ролика. И помни, что игра с устаревших лаунчеров небезопасна для твоего здоровья. Так, ну у нас пока здесь 4 человека. Греча, банан и вот этот вот. О, кто еще присоединился? Алло. И Хурейдозер. Я вас оставляю на растерзание подписчиков. Потом мне надо будет пойти погулять с Марти. Погулять с Марти нужно будет. С Марти нужно будет погулять. Вот погулять нужно будет с Марти как-нибудь. Да. Че Ярик-то? Че? Не, я Ярика не прошу погулять с Марти. Да Ярик, не, я понимаю, я спрашиваю, как у него дела, ты че? Да хорошо. Ярик, как все дела? Хорошо, спасибо. Ну, все прекрасно. Меньше работаю, больше отдыхаю, пока этого не заметил. Все прекрасно. Казахстан съездил, а ты ездил в Казахстан? Да, ездил. Подписчики, я вас оставляю с ними на 5 минут. Я вам сюда сейчас Аленку еще запихну. Следите, чтобы она не материлась. Я быстро в себя закину бутербродик или еще что-то и вернусь. Вот, вы пока поговорите, только не материтесь. Хорошо, договорились? Здравствуйте. Хорошо. Здравствуйте. Попробуем. И скажите подписчикам то, что я приду, и ну мы пойдем проходить хоррор-карту, которую я уже скачал, установил. Я покушал. Поздравляю. Что, банан, как математика? Я списал один номер. Ты осторожно, вдруг тебя твоя математичка смотрит сейчас. Да, вот нельзя списывать вообще-то. Нельзя списывать. Я. Ты списал с другой тетрадки просто, да. Уже в черновике сделал, в смысле, а сейчас в беловик. Я списал с головы. Нет, вы мне неправильно списал поняли. С головы он. У! Гендровый. Нифига себе, у тебя там коллекция. Ты чё? Коллекция чё? Ты чё, переехал? Еще давно. А ты куда переехал? А чё, нифига себе, Ярик, у тебя там коллекция фанкопопов. Так это не моя, это мне всем подкинули. Привет. Здорово. А чё, ну-ка встань, покажи, ну-ка встань, покажи, ну-ка встань. Ну-ка показывай. Встань. У меня встань. Есть такая же. Ого, нифига себе. У меня руки появились еще один. Офигеть! У меня руки есть. Откуда? Нет, 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 нет. Нападение в прямом эфире. Нападение, нападение. Давай, надевай, надевай, надевай. Давай, Крейд, ты будешь зайкой. Наташа, привет. Наталья, привет. Нет. Нет. Чуть-чуть. Нет. Крейд, Крейд, давай парные авы. Крейд. Жалко, что ли? Давай парные авы. Ну, ради меня. Слушай, меня бьют, меня избивают. Да, неправда. Без разницы, будет тройная ава. Давай ты напяливай. Пожалуйста. Чего я? Да я угораю с того, что он так, пожалуйста. Пожалуйста. О, а почему все? Монопрос. Можно вопрос? Тебе идет. Спасибо, наверное. Сама неотразимость, милота. Монопрос, а почему все пишут в чате Ярик Мак? Потому что я матершинник. Такой вот чат. Плохой очень человек. Вообще. А, это так чат не видит мою вебку. Да? В смысле? Ну, а почему они, кстати, ее не видят? Они. А, ему включить ее надо. Да. Ну ты потихонечку там напиши ему. Он пошел. Сейчас тихонечко. Да, наверное, кушал. А меня вообще перекрыло, я так смотрю. Перекрыло? Ну тебя Аленка закрыла полностью. Ах ты хитрый банан. Ничего себе, теперь он по центру, да? Меня скрыло. У меня чисто одни усы торчат. А ты сделай так же, как я, вот так вот. Перелезь. Еще ниже, еще ниже. Чтобы у тебя голова с микрофоном была. О, нормально. Чисто башка торчит. Супер, отлично. Ты это написал? Да, я написал, но я не знаю, где он. Он кушает, наверное. Но может, он даже чувствует как-то нас. Чисто башка торчит. Аленка, блин, все место заняла. Аленка! Есть песня такая. Какая? Аленка. Хорошая песня. А! Они упали! Они упали!
Они упали. Надо чинить. Ой, сейчас приду, секундочку. Ого, нифига себе. А что это за кофта у тебя такая, Эрик, Ярослав? Жулик Пэй просто спрашивает все, что угодно. Да, я хочу потом заказать кофту. Как минимум с того раза, когда он был последний раз в Питере. Так его-то в Питере с нами не было. Так нет, последний раз, когда он там был. Когда я там теперь был. Часть Аленки. Да, во, я тупо Аленка, смотрите, Аленка говорить умеет. Так и буду сидеть. Слушай, Наташа, а можно мне снять это? Ладно, хорошо, не буду. Чат. В чате нормально. Кто согласен, то, что хорошо идут ушки просто чат? Вы заходите в лифт и видите там это. Здравствуйте. Неудобно. Если кто-то не понимает, Ярик там чисто вот так вот стоит. Да никто не видит, как я сижу. Да, а все видят, как я сижу. Вот чисто по центру весь экран занял. Что, Харит, пойдешь проходить карту? Страшную. Не знаю. Меня Наташа не подходит. Это математика. Типа что-то типа такого ты имел в виду? О, он вернулся. Камера бы нам еще включил обратно. Жует, сидит. Ну, куда включил? Кого включил? То есть вы включили камеры только сейчас, когда я пришел, а когда нужно было их включать... В смысле, это ты не включил им камеру? Ты ушел, я включил через 2 секунды, и этого не было видно. Вы выбрали, кто будет карту проходить? Может, я... Давай, Жулик Плей. Нет, Жулик Плей, не ты. Давайте на Суефа, ребят, давайте на Суефа. Не надо! Я буду плакать. Иди, давай. Ну, мне кажется, если бы Жеку Плея выбрали, было бы честно. Уберите ее от меня! Я не хочу Жуликом Плеем, я хочу эту карту пройти за час, а не за 10. Поэтому Жулик Плей. Пардон, конечно. Он уже ушел плакать. Он уже все. Ну вот и все, вот мы и договорились. Рейда Наташ не отпускает, он сказал. Меня избивают, помогите. Женщина, отвали от него! Нет! А, она нас слышит. Я пока его с ушками не увидят, я не успокоюсь. Отвали от человека, пожалуйста. О, Жулик Плей, покажи мерч, в котором ты сейчас. Это еще... Это мой мерч, если что, если вы не знали. Это один блок... Офигенно ты показал, мужик просто встал и сел. Вот, мерч в океане. Нет, мерч на Жеке. Мерч на Жеке в океане. Куда плыть за ним? Жулик Плей сейчас все мерчи покажет. Ребят, нам надо играть, потому что я не знаю, сколько карта. Может, мы ее за час пройдем, может, мы ее за 3 часа пройдем. Давайте, кто пойдет? Там барбариков слышно чуть-чуть. Ты не пойдешь, Хэрейд, потому что у тебя женщина дома. Да? Ну, тебе, наверное, лучше провести время с женщиной, как мне кажется. Она меня бьет, если что. Жулик Плей до сих пор со своими этим, с футболками, кофтами ходит. Ты радоваться должен, смотри, как он преданный. Нет, хорошо, да. Вот Жулик Плей продолжает рекламировать мой мерч. Спасибо, Жулик Плей. Вот, снайперы у Жулика Плея. У вас с Яриком. Нет, это Банан Ярик, тоже хочет. Ярик занят, мне кажется. Да нет, слушай, с Марти же никто гулять не пойдет. Ну нет, с Марти я пойду гулять. Ну хотелось бы покушать после стрима, ну ладно. Ну, хотелось бы, вот, чтобы ты в гости приехал. А, и ты хочешь, чтобы я сдох от нехватки еды в организме? Ну, давай тогда, заходи вот этот вот. А, где? Куда он? Кто, Банан? Да. Потерялся. У него и нет. Он написал. Да, он вылетел. Моно-ё. Не, Жулик Плей, я говорю, я хочу пройти за час, а не за 10. Не, кстати, оцените кое-что. Жулик Плей. Господи, оценщик. Это уснуло. Вы реально хотите, чтобы я Жуликом Плеем пошел? Да. Хрейт, ну ты же меня не берешь, тебе остается один ЖК Плей. Слушай, ты можешь спасти меня, пожалуйста? Я сейчас пойду один проходить. А мне не получится оценить даже то, что я хотел показать. Женщина, отвали от человека, пожалуйста. Отстань от него. Отстань. Все, я их забанил. Пускай они свои вот эти ролевые игры идут в другом месте и играют. Одна другому рот закрывает, другой чем мычит, стонет там что-то. Извините, но такое на своем стриме я не хочу. Вот. А, ну давай все, я тогда захожу. Жулик Плей, тогда иди отдыхай. Одна другому рот закрывает, другой чем мычит, стонет там что-то. Одна другому рот закрывает, другой чем мычит, стонет там что-то. Одна другому рот закрывает, другой чем мычит, стонет там что-то. Одна другому рот закрывает, другой чем мычит, стонет там что-то. Одна другому рот закрывает, другой чем мычит, стонет там что-то.